Вот и дождик, вот и живительная влага для растений. А розочки на глазах просто распускаются. Вчера это все еще было бутонами. А сейчас и каждая со своим оттенком. Куст один, а розы все разные. Как так природа создала такую красоту? Дождик, листья пьют и набираются бутоны. А вот самая большая, которая вчера только распустилась, а сегодня уж не помещается в объектив, вся в капельках дождя. Посмотрите, какие капли на ней пьют. Вся земля как умывается, цвет становится листьев, цветов сочный. Посмотрите, какая красота. Полюбуемся вместе.